Четко и очень-очень спокойно. Неймар. Подача. Опасно! Гол! 1-0 в пользу Бразилии. Давид Луис возле чужих ворот. Удачнее всех тряс прической. Бразильцы забивают быстрый мяч к дикому восторгу. Тут какой-то такой массовый оргазм на трибунах вокруг происходит. Плачут люди буквально. 1-0 в пользу сборной Бразилии. И очень вовремя. Задавили пару контратак, добавили. Не было, конечно, положения вне игры. Ну вот вам, пожалуйста, пара центральных защитников. Тиаго Силва сбросил мяч на дальнюю. Безупречно разыграно, безупречно. И там Давид Луис первый. Первый пошел. Я даже не знаю, Луис-то забивал. И Скалари радуется. Там еще защитник активно тоже подставлял конечности. Исла. Еще раз смотрим. Давайте еще раз посмотрим, кто забил.